Всем привет! В данном видео мы разберемся, как можно раздавать Wi-Fi со своего ноутбука, то есть сделать свой ноутбук точкой доступа. Через него можно будет подключать другие ноутбуки и планшет, то есть фактически ваш ноутбук будет служить как бы роутером. Сделать такую штуку можно вот при помощи специальной программы MyPublic Wi-Fi. Сразу те, кто взяли за голову и говорят, что вот не хочу ничего устанавливать, давай показывай, как это обычными средствами делается в Windows. Это, конечно, можно сделать, но в таком случае вы не сможете раздавать Wi-Fi на планшеты, на телефоны, а просто можно средствами Wi-Fi устроить сеть между двумя компьютерами, то есть ноутбуками, с операционной системой Windows. Вот. Стандартными средствами Windows Wi-Fi, раздавать Wi-Fi очень проблематично. А вот если скачать программку MyPublic Wi-Fi, ссылочку я кину в описании к ролику, скачайте с моего сайта, то там все достаточно просто. Давайте я покажу, как это делается все. Вот установлена у меня программа MyPublic Wi-Fi. Кликаю по ней два раза левой кнопочкой, она запускается. Для того, чтобы настроить данную программу, ничего особо сложного не нужно. Network Key – это ключ, то есть доступа к Wi-Fi, который вы будете вводить при подключении к Wi-Fi сети. То есть обычный, как вы вводите пароль доступа к роутеру, так вы вводите и здесь пароль на Wi-Fi. И вот здесь ставите птичку Enable Internet Sharing, то есть вы подключаетесь к интернету через какое-то соединение. И здесь выбираете соединение, через которое ноутбук подключен к интернету. То есть ноутбук должен быть по-любому подключен к интернету, чтобы этот же интернет и раздавать. Подключен он к интернету через одно соединение, а раздает он его через другое. После того, как все это вводите, нажимаете Setup and Start Hotspot. У нас сейчас, по идее, создается новая сеть. Давайте еще немножко подождем. Вот, по идее, у нас уже все создалось. Раз. Появилась кнопочка Stop Hotspot, и мы смотрим сюда. Да, вот появилась сеть MyPublic Wi-Fi. Давайте проверим еще раз через центр управления сетями и общим доступом. Вот появилась рабочая сеть. И в принципе уже вы можете доставать, так сказать, свои планшеты и телефоны и пробовать к ней подключиться. Вот этой сети MyPublic Wi-Fi. Уже у вас должно высветиться данное сетевое подключение, и все, больше ничего настраивать не надо. Вот так легко можно раздавать Wi-Fi с ноутбука. Если будут какие-то вопросы еще по настройке данной программы, то пишите в комментариях, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Будем совершенствоваться, улучшать качество материалов. А на этом всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Пока.